обычная втулочка под кассету SRAM X7. Очень много грязи. Вся эта история была собрана через вот такие проставки. Обычные звездочки. Что примечательно, во-первых, не была закручена вот эта гайка финишная. Во-вторых, расконтрена гайка на втулке. Надо все почистить и собирать обратно. Втулка хорошая, на промах. И со стороны самой втулки, с двух сторон промы, и в барабане. Барабан тоже на промах. Грязи много, сейчас снаружи почищу. Внутри, к сожалению, почистить я это не смогу, потому что прома снимать я не буду. Гайки идут необычные. Здесь 15, здесь 19 подконусный ключ, а здесь 15 и 17 подконусный ключ. То есть целый набор нужных конусных ключей. 19 не очень стандартный. Почистил я снаружи всю грязьку и всю пыльку. Сейчас отмою все гаечки, все звездочки, насколько это возможно. Здесь, к сожалению, все настолько сильно прикипело, что если начать мыть, то и внутрь барабана попадет. Поэтому здесь я пока не буду все это мыть. Все работает отлично. Сейчас все отмою, соберу, будет работать.